Como eu já falei em algumas entrevistas, acho que da forma como eles me receberam, isso me dá muita confiança de trabalhar tranquilo. Eu acho que em resultado disso eu tenho que mostrar dentro de campo. Я могу сказать, что так сердечно, с тем радушием, как меня приняли, хорошо приняли в «Локомотиве», это мне очень сильно помогло влиться в коллектив и показывать ту игру, которую я показал. Мне это очень отрадно. Теплый прием мне очень сильно помог играть, хорошо адаптироваться. Сейчас моя задача продолжать в том же ключе и радовать и болельщиков, и показывать хорошую игру. Mas agora estamos temos uma partida muito difícil para na frente. Я даю себе отчет о важности, о сложности этой игры. Это будет очень важная, очень сложная игра со «Спартаком». E agora se concentrar para essa partida já. Сейчас чем мы занимаемся? Мы будем максимально концентрироваться на эту предстоящую игру. Готовиться.